Около 100 раритетных автомобилей собрал в свою коллекцию житель Аткарска Алексей Соломаха. Правда, он приобретает машины, которые в 20 раз меньше обычных. Моделями автомобилей 70-х годов он начал увлекаться еще в детстве. Но второе рождение его хобби получило после тяжелого ранения во время обстрела в Грозном. Коллекцию легендарных концепт-каров увидела и наша съемочная группа. Есть, конечно, коллекции автомобилей российского производства. Это Волги, в основном Волги, ГАЗ-21. Миниатюрных моделей отечественных автомобилей в коллекции Алексея немного. Приобрел несколько «Волг», да и остановился. Его настоящее увлечение – американские концепт-кары 70-х. «Мустанги», «Камара», «Кадиллаки» – их в его коллекции большинство. Говорит, 70-е – время свободы и мощных автомобилей. За это их и полюбил. Все эти автомобили, они выпускались в 60-х, 70-х годах, конец 69-х, потому что бензин, так сказать, никого не интересовал, лился рекой. Самое главное, нужна была мощь. Поэтому много таких моделей, вот это 70-е десятилетие, много таких моделей выпускалось. Необычным хобби Алексей увлекся еще в детстве, но тогда модели были попроще и увлечение быстро забылось. Когда после ранения на Кавказе оказался в инвалидном кресле, он снова вспомнил о своем пристрастии к раритетным автомобилям. В основном приобретает модели легковых концепт-каров, но есть в коллекции несколько тягачей. Я немножко ушел от темы, но у каждого как бы вкусы и предпочтения всегда они меняются. Например, основная тематика остается всегда. Потому что 70-е, мускулкар, это всегда остается. Но посмотрев какой-нибудь фильм, тебе хочется, допустим, какую-то машину, допустим, из 50-х. Его коллекция сейчас насчитывает около 100 моделей. Раньше их было в два раза больше. Но места для всех автомобилей стало катастрофически не хватать. Часть пришлось продать. Правда, Алексей уже не раз пожалел об этом. Потом я пожалел. Но в основном продал из-за того, что места стало не хватать, а модели каждый год выходят все новые и новые, и многое чего хочется. Родные Алексея поначалу его увлечения не понимали. Мама Галина Алексеевна говорит, и сейчас не научилась отличать одну марку автомобиля от другой. Зато, когда сыну приходят новинки, тоже с удовольствием их рассматривает. Смотрю, мне нравится. Но действительно, мне больше нравится как-то по дизайну, не по марке, а по дизайну. Бывает красивый цвет, красивая машина, красивая форма. Правда, новые модели в коллекции Алексея сейчас появляются нечасто. Удовольствие это и так было не из дешевых. Один автомобиль стоит около 150 долларов на зарубежных интернет-сайтах. Учитывая курс валют, цена в рублях выросла раза в два. Но Алексей, как истинный коллекционер, от своего увлечения отказываться не намерен. Говорит, чтобы приобрести очередную новинку, теперь просто придется копить дольше. Елена Губенкова, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.